Тысячи мигрантов пытаются попасть из Испании во Францию. На пограничном переходе Ирун-Андай на побережье Бискайского залива нелегалов всаживают с поездов, а некоторых ловят, когда они пытаются переплыть пограничную речку Бидассоа. В прошлом году Париж выдал здесь 13 тысяч официальных отказов, но попыток мигранты не оставляют. Да, я хочу еще раз попытаться. Я уверен, что в следующий раз мне повезет. С испанской стороны официальные лица обвиняют французов в нарушении общеевропейских правил. По мнению испанцев, французские отказы лишь толкают мигрантов на поиск все более рискованных способов пересечь границу. Уже были случаи гибели нелегалов на путях и в реке. Международные соглашения, шенгенские правила нарушаются уже долгое время. Французская полиция регулярно устраивает проверки на границе. Я бы даже назвал их расистскими проверками. Во Франции эти обвинения отвергают. В руководстве соседнего департамента «Атлантические Пиренеи» подчеркивают, что все отказы выданы строго в рамках законов. Тем временем на испанской стороне границы Красный Крест организовал небольшой лагерь для помощи беженцам, где их могут накормить и предоставить ночлег.